Премьер-министр Лаймдота Страуема считает необходимым позволить ипотечным заемщикам после вступления в 2015 году в силу поправок к закону о неплатежеспособности выбирать, применять ли принцип отданных ключей. Во вторник на заседании правительства по этому вопросу развернулась длительная дискуссия. Большинство министров согласны с премьером. Министр юстиции Дзинтерс Раснач отметил, что в последнее время банки обоснованно подвергаются критике за недостаточную поддержку предпринимательства, а их действия после принятия поправок к закону о неплатежеспособности следует расценивать как шантаж. На его взгляд, банки манипулируют разными цифрами. По одной, в случае применения принципа отданных ключей, достаточно первого взноса в размере 25%, по другой 45% от стоимости покупаемого жилья. Министр финансов Янис Рейерс, ранее предложивший создать возможность выбора принципа отданных ключей, указал, что дискуссия по этому вопросу должна проходить в Сейме. В результате Страуема предложила рассмотреть этот вопрос на следующем заседании Совета по сотрудничеству партий правящей коалиции. Президент Латвии Андрис Бердзинш провозгласил критикуемые банками поправки, в то же время призвав Сейм оценить их, чтобы не снижалась доступность кредитования для физических лиц.